Появилась информация о том, что 60-летний актер Федор Добронравов сообщил руководству о своем уходе из всенародно любимого сериала «Сваты». Роль Ивана Будько после 13 лет работы в проекте стала его своеобразной визитной карточкой. Однако всему приходит конец. О том, что Добронравов покидает сериал, сообщил и актер Николай Пименов. Но, по его словам, руководство надеется уговорить звезду «Сватов» остаться. Ведь без него проект может просто прекратить свое существование. В другом варианте создатели саги хотят переписать сюжет и заменить Добронравова в новом сезоне, который стартует во второй половине 2023 года. Однако переговоры пока ведутся, и официально никакой информации нет. Подтвердил уход актера и режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич. Он отмечает, что Добронравов просто устал от того, что его ассоциируют исключительно с Ванькой Будько. Федор Викторович решил начать новую жизнь и попробовать себя в других интересных ролях, и в этом нет ничего удивительного. Напомню, ранее из проекта ушла экранная внучка Добронравова, украинская актриса Анна Кошмал.